Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Голос Отечества». С вами Екатерина Сиренко. И сегодня мы будем разбираться в вопросах приватизации 90-х годов и как это связано с олигархами. Помогать нам в этом будет разбираться общественный деятель, историк-юрист в области строительства и недвижимости Татьяна Карасева. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день, уважаемые телезрители. И прежде чем начать обсуждать сами процессы, вот чтобы у наших зрителей было правильное понимание, о чем идет речь, я хочу обратиться к определениям олигархия и приватизация. Вот что нам говорит Википедия. Приватизация – это форма преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи, продажи, полной или частичной государственной или муниципальной собственности в частные руки. А олигархия – это, скажем так, власть немногих, при которой государственная власть находится в руках несменяемой многочисленной группы лиц. В общем, вот такие определения. И я бы хотела, Татьяна, у вас спросить такой вопрос. Вот как и когда вообще возникло понятие частной собственности в нашем государстве и вообще в законах? Потому что во времена Советского Союза, насколько я помню, в принципе, частной собственности не существовало. Потом в какой-то определенный период она появилась. Вот как это произошло, расскажите нам, пожалуйста. Да, ну, наверное, здесь стоит начать с основного закона РСФСР от 12 апреля 1978 года, где было указано о том, что вторая глава, прям экономическая система в статье 10 основы экономической системы РСФСР составляет социалистическая собственность. То есть ни о какой частной собственности действительно тогда речи не шло. Эта социалистическая собственность распространялась на средства производства в форме государственной, то есть общенародной и колхозно-кооперативной собственностью. Ну, к колхозно-кооперативной собственности относились, в принципе, все колхозы, совхозы и земля, на которой они, собственно, располагались. А также к социалистической собственности относилось имущество профсоюзных и иных общественных организаций, которые были необходимы для осуществления их задач. Государство на тот момент охраняло социалистическую собственность, создавало, в принципе, все условия для того, чтобы она приумножалась. По нашей конституции, действующей на тот момент, никто не был вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и также в других корыстных целях. Колхозно-кооперативной собственности. Здесь нас относились, интересуют, в принципе, две статьи, и мы посмотрим, как они трансформировались в нашу 9-ю статью, которую мы имеем в виду, которую мы имеем в нашей Конституции от 93 года. Так, в 11 статье Конституции РСФСР от 78 года было закреплено понятие «государственная собственность». То есть это общее достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности. К исключительной собственности государства относились или находились в ее собственности земля, недра, воды, леса. Также государству принадлежали в тот момент основные средства производства в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных предприятий. Также основной городской жилищный фонд и другое имущество, которое необходимо для осуществления, функционирования, собственно, задач государства. То есть чтобы государство непрерывно развивалось и, в принципе, благами социализма могли пользоваться все граждане РСФСР. Так, и по статье 12 тоже интересно посмотреть, вот как раз по собственности колхозов и других кооперативных организаций. К ним, вернее, к их имуществу относилось все то, что представляло из себя средство производства, и оно нужно было им именно для осуществления уставных задач. Что касается земли, то землю, которую занимали колхозы, она закрепилась за ними в бесплатное, бессрочное пользование. Вот. Поэтому дальше мы смотрим с вами изменения, которые произошли в декабре 90-го года, только в части вот статьи 11, да, то, как бы сразу видно, да, меняется понятие, в части статьи 10 также появилась, да, не социалистическая собственность, а уже такое понятие, как право собственности. То
То есть, получается, это у нас декабрь 90-го. То есть, это вот уже все события, связанные с распадом Советского Союза, они прям вот входили в такую горячую фазу. Вот, поэтому благодаря реформам, которые проводили на тот момент, ну, наши граждане, которые были связаны с Соединенными Штатами Америки, с другими странами Европы, они лоббировали именно изменения вот в Конституции. Мы видим как раз, как она трансформировалась. Вот, например, в статье 10 было закреплено право собственности в РСФСР, которое признается и охраняется государством. То есть сам факт его признания, ну, собственно, охрана пока присутствует. Государство создает условия, необходимые для развития разнообразных форм собственности и обеспечивает равную защиту всем видам собственности. Ну, в принципе, вот по гражданскому законодательству мы знаем, что собственность бывает частная, общая, разные виды общей собственности, там, общедолевая, например. Вот. По 11 статье также произошли изменения. Так, например, земля и ее недра, воды, растительный, животный мир являются достоянием народов, проживающих на, все, ну, на территории РСФСР. Да? То есть достояние. Владение, пользование, распоряжение природными богатствами не могут осуществляться в ущерб интересам этих народов. Ну, как бы логично, да? Вот. А формы собственности на землю, на ее недра, воды, растительный, животный мир устанавливались, собственно, съездом народных депутатов, вот, и также всенародным голосованием, референдумом. Владение, пользование, распоряжение этими богатствами также регулировались законами РСФСР и республик, которые входили в РСФСР. Ну, собственно, здесь предполагалось, что государственная собственность, перечисленная выше, она являлась достоянием многонационального народа. И, собственно, уже вот в рамках этих изменений здесь произошла также трансформация по государственной собственности. Что, собственно, к ней могло относиться? Это имущество государственных предприятий, учреждений, организаций. Также здесь уже появилось понятие, собственно, континентальный шельф и морская экономическая зона, пока еще РСФСР, культурно-исторические ценности общегосударственного значения, также средства госбюджета, госбанки, ну, пока еще госбанк. Вот. И, собственно, доля РСФСР в общесоюзном золотом запасе, алмазном, валютных фондах, также республиканские пенсионные страховые резервные фонды. Вот то, что касается доли РСФСР в общесоюзном золотом запасе, собственно, в самой Конституции СССР и изменениях к ней, которые также проходили вот эту трансформацию к 90-му году, к 93-му, когда она прекратила свое существование, там очень интересно прописано по поводу того, как каждая из вот этих республик, которая входила в состав СССР, претендовала на, ну вот, на недра, на землю и так далее. Каким образом происходил вот этот вот, ну, перемещение или компенсация, да, вот за то, что, допустим, она находится на территории другой республики. То Тоже есть как уже как бы... бы условно, получается, разделили, да, вот в тот момент уже условно были разделены какие-то территории, недра были разделены, какое имущество, земля, то есть уже как бы подходила такая, первый шаг был, да, к тому, чтобы вот разделить. Да. Вот. По колхозам и совхозам здесь также пока они остаются еще, ну, в принципе, да, они прекратили существование с распадом Советского Союза и трансформировались уже фермерские хозяйства. Вот. Ну, по поводу того, каким образом происходит уже передача земельных участков, то это, собственно, вот, ну, с территории колхозов, где они располагались, собственно, это декабрь 90-го года. То есть уже, в принципе, началось развиваться и активно внедряться вот рыночный механизм, как частная собственность на землю, допустим. Именно здесь в Конституции происходил, ну, был учрежден порядок выхода или приобретения права собственности на земельный участок. То есть, ну, время определялось, это 10 лет, да, вот. Ну, соответственно, если, допустим, члены кооперативов или колхозов могли, ну, взять себе этот земельный участок, да, то, соответственно, они его продать пока не могли. То есть они его могли на тот момент передать только по наследству. То есть мы видим, да, вот эти вот постепенные рычаги, которые
как раз способствовали тому, что произошла трансформация в рыночную экономику, свободные рыночные отношения и в узаконенное уже понятие как право собственности, право частной собственности на земельный участок в том числе. Это напомню. Татьяна, можно как бы так вот закрепить, да, вот, то есть первые понятия, получается, да, введение в нашем законодательстве частной собственности появились, скажем так, ну, в декабре 90-го года, когда еще существовал СССР, да, в Конституцию внесли изменения о том, что вот частная собственность, вернее, насколько я помню, был закон о введении там о собственности, да, по-моему, закон о собственности, вот, Да, там ряд законов. Да, появился на тот момент закон о собственности, да, и вот в этот момент появилось само понятие частной собственности, после чего у нас уже, скажем так, вся собственность начала делиться на какие-то категории, грубо говоря, вот именно там, считая частную собственность в том числе. Ну и вот, пожалуй, еще два изменения посмотрим. Это как раз-таки если мы помним, да, январь-февраль 92-го года, когда цены подскочили там в сотни тысяч раз, когда люди не смогли купить себе продукты, да, то есть свобода, ну, рыночные отношения, сам вот этот механизм уже запущен, то есть произошел взрыв цен. И, собственно, руководство страны на тот момент, а именно в апреле 92-го года, вносят опять-таки изменения в еще действующую Конституцию РСФСР от 1978 года. Вот. Ну, собственно, здесь по 10 статье право собственности также фигурирует, признает, сохраняется государством, и государство создает условия, необходимые для развития разнообразных форм собственности. Вот. Ну, здесь они делают отсылку на общественные интересы. То есть закон устанавливает пределы свободы экономической деятельности. Ну вот каким образом, да, если произошел вот этот всплеск, взрыв цен и так далее. То есть государство, по сути, получается, не участвовало в этом никоим образом, ну, в смысле, регулятором. А по земле, ее недрам также пока еще они остаются достоянием народов, но уже проживающих на соответствующей территории. То есть здесь как бы по субъектам Сибирь, Сибирь, Север, Север, да. Вот. То есть вот уже разделили, получается, регионы, разделили, о чем я как раз уже ей говорила. Да. Вот. Ну, пока еще на тот момент государственная собственность являлась достоянием многонационального народа Российской Федерации. Так, по поводу того, что относилось к госимуществу, изменений пока не произошло, но также вот культурно-исторические ценности, общегосударственное значение, вот, банки, но здесь уже указаны государственные банки Российской Федерации, золотой запас, алмазные валютные фонды. Вот. По собственности колхозам тоже пока изменений не было. И декабрь 92-го года, это уже, скажем так, за год до того, как была принята Конституция, по которой мы сейчас живем, да, также пока остается вторая глава «Экономическая система». Но в статье 10 уже закрепляются различные виды собственности. Частная – это юридические лица и граждане. Коллективная – общая совместная, общая долевая. Также государственная, муниципальная и собственность общественных объединений. Вот. Государство также создает условия для развития, обеспечивает защиту и так далее. Конфискация и имущество допускается только в случаях в порядке, предусмотренных законом. Ну, как мы увидим чуть позже, собственно, все пошло к тому, что у нас в стране началась приватизация. По 11 статье также земля, недра, воды, растительные, животные мир являются достоянием народов, проживающих на соответствующей территории. Вот. И, соответственно, в Российской Федерации устанавливаются следующие формы собственности на природные ресурсы. То есть интересно, да? Форма собственности на природные ресурсы. То есть она уже не государственная. Вот. Здесь мы разделяем, вернее, видим, да, разделение по Конституции. Государственная, это федеральная, это республик в составе Российской Федерации. Ну, это вот как раз вот эта матрешка, да, сложность устройства.
нашей территории. Автономная область, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Дальше. Муниципальная собственность. То есть это каждая вот, собственность уже, допустим, ну, там, в пределах города Москвы или города Санкт-Петербурга. Частная. То есть в статье 10 было указано о том, что какая градация идет, да, по видам собственности, а в 11 уже ее, собственно, деление вот по, на природные ресурсы. Ну, то есть получается, природные ресурсы, допустим, в городе Москве могли относиться к муниципальной собственности. Это как? Ну, странно. Вот, частное, понятно, да, юридические лица, граждане коллективные, которые делились на общесовместную, общедолевую. Вот. И что интересно, овладение, пользование и распоряжение природными ресурсами регулируется законодательством Российской Федерации, а также республик в составе Российской Федерации. То есть получается опять вот это деление Дальний Восток, Север, Сибирь, Южная Сибирь, Юго-Западная Сибирь, там, и так далее. Но это получается примерно как вот у нас сейчас в Конституции, да, вот мы с вами разбирали до этого вот именно федерального устройства. То есть как вот у нас есть, скажем так, центр, да, и все, есть какие-то регионы, которые, если какой-то по Конституции, если в своем регионе там есть свой устав, да, там свои правила, то есть и оно все должно, скажем так, между собой сочетаться, да, я бы сказала. То есть вот все равно вроде как бы типа независимые регионы, то же самое уже вот на тот момент получается еще до введения новой конституции 93-го года, получается уже это изменение какое-то внесли, правильно я понимаю? Да, проработали, вот. Причем появилась статья 11.1, ну тоже как бы, да, интересно, по госсобственности, что к ней могло быть отнесено. Ну, то есть как бы мы видим, что самая основная цель была вот именно вот этих изменений, это закрепить в основном указе именно понятие как различных форм видов собственности, да, и также определить, к какому виду собственности может относиться природные ресурсы. И здесь же мы уже понимаем, что как бы если процесс распада Советского Союза был выгоден только лишь Соединенным Штатам Америки, их партнерам западным, то мы понимаем, что как они аккуратно начали лоббировать. То есть, да, они как бы уважают право, с одной стороны, они понимают, что основной закон – это как бы тот базовый документ, на котором будут базироваться все последующие, а, собственно, и сама приватизация. То есть нужно было изменить вот этот вот механизм регулирования на уровне, ну, государственного основного документа. Вот. Но по колхозам и совхозам, в принципе, здесь уже, да, можно было, соответственно, получать собственность, отчуждать ее и так далее. Вот. И закреплено было такое понятие, как сельскохозяйственное производство. То есть раньше это только колхозы, да, сейчас это сельскохозяйственное производство, которое впоследствии как раз вот выразится в фермерском хозяйстве. А также такое понятие было закреплено как землепользователи. Да? То есть пока еще мы не видим такого понятия, как землевладельцы, пока землепользователи. Они обязаны эффективно использовать землю, бережно к ней относиться и повышать ее плодородие. Вот. Ну и, в принципе, это получается декабрь 92-го года, и мы подходим к нашей Конституции, да, к статье 9, часть 2, где очень коротенько, очень кратко указано о том, что земля и другие природные ресурсы, то есть без перечисления, что это воды, недра, что это животный мир и так далее, да, могут находиться в частной, на первом месте, в частной, да, хотя мы понимаем, что приоритет должен быть именно государственная собственность, государственная, муниципальная и иных формах собственности, а под иными формами собственности мы понимаем вообще все. То есть это и участие иностранных лиц, это и участие их, ну, скажем так, со стопроцентным владением, и когда они приобретают право собственности на землю, на недра и так далее. Вот. Но сегодня, наверное, мы рассмотрим только именно недра, да, и сам процесс приватизации. Если будет интерес, то мы на недвижимости прям в последующем встрече проведем. Вот. Хорошо, давайте. Давайте с недрами сначала разберемся, потому что это все-таки самое важное в первую очередь, наверное. Да. Значит,
Правоотношения по недрам регулируются федеральным законом, который был принят в феврале 92 года. То есть закон о недрах принимается в феврале 92 года, а изменения в Конституцию вносятся в декабре 92 года о выделении как раз-таки вот разнообразных форм права собственности на недра в том числе. Парадокс. Вот. Что из себя представляют, собственно, недра? Недра – это часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя. А при отсутствии почвенного слоя, ну это, я так понимаю, горы, да, ну вот где нет, собственно, самой почвы, ниже земной поверхности, а также дна водоемов и водоотоков, которая простирается до глубин, доступных для геологического изучения освоения. Значит, цель и основа этого закона – прежде всего, комплексное рациональное использование, а также охрана недр. Вот. Собственно, сам закон обеспечивает защиту интереса государства и граждан Российской Федерации. Но, к сожалению, мы не видим первую редакцию договора, как бы, простите, не договора, а закона, да, мы цель такой не ставили, мы уже смотрим его с учетом всех изменений буквально вот до 29 декабря 2022 года. Поэтому то, что планировали, да, вот те деятели, скажем так, вершители судеб на тот момент по прекращению существования самого СССР, мы пока не можем увидеть, да, ну, к счастью, у нас в правовой системе все эти документы хранятся, поэтому при желании как бы каждый может зайти в систему Гарант, Консультант Плюс, посмотреть вот все эти изменения. Ну, вот что... Татьяна, еще хотела вот как раз вот зафиксировать, да, вот сейчас мы говорим о тех законах, которые были внесены изменения, да, в Конституцию РСФСР, принят закон о недрах, да, это все было сделано еще до того, как была принята новая Конституция 93-го года. Да. То есть я как бы хочу остановиться на каких-то таких важных точках, чтобы была понятна для наших зрителей какая-то вот эта вот, как происходили события, да, какая-то вот периодичность, что зачем было, и чтобы было понятно, что это все было тихо так подведено, потихонечку, потихонечку, шаг за шагом, вводился сначала один закон, продвигался, а потом, когда уже граждане привыкали, вроде как бы все нормально же, потом другой, третий, четвертый и так далее, и потом новая конституция, которая нас уже полностью, в общем, поработила. Да. Ну и вот по поводу, скажем так, вот самого закона, да, ну вот прям кратенько, что он из себя представляет, каким законодательством регулируется. Вот, кстати, интересно, что, например, вот в данном законе, я распечатала уже в последней редакции, здесь нет отсылки на нормы международного права. Но я думаю, это связано вот как раз с тем законом, о котором мы на прошлой встрече говорили, который как раз вносил вот изменения о том, если данный закон или взаимоотношения по нему ну, строятся на международных отношениях по международному праву, договорам и так далее, которые нарушают наше национальное право, а именно Конституция, да, вот, это то, что касается статьи 15, часть 4, то, соответственно, здесь будет работать именно наша Конституция, то есть наше национальное право. Но, опять же, только после того, как это установит Конституционный суд. Вот. Поэтому в данном законе уже нет. Ну, собственно, здесь идет отсылка именно на законы Российской Федерации, и мы чуть позже остановимся именно на наиболее интересном и важном законе. Это закон о соглашениях о разделе продукции, который был пролоббирован уже в 95 году. Вот, собственно, после него как раз и пошел вот этот аврал иностранного бизнеса в России, иностранных собственников, которые, ну, в последующем стали собственниками наших предприятий и так далее. Вот. Здесь закреплено понятие собственность на недра. Вот. Но вот в данной редакции они уже относятся, собственно, к ведению Российской Федерации субъектов. Вот. То есть никакого там деления на разнообразные виды и так далее. И по поводу того, что каким образом могут происходить сделки с недрами, то недра не могут быть предметом купли-продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждения.
Вот. Также здесь идет речь о государственном фонде недр. Ну, то есть как бы мы тем самым хотим показать, что вот трансформация за вот эти последние годы, то есть, ну, к сожалению, чтобы была более ясная картинка, приходится вот из современности туда уходить и обратно, чтобы понять, что было, да, и что вот на сегодняшний день мы имеем благодаря тому, что у нас есть, ну, ручное управление Владимира Владимировича. Каким вот Ну, образом? Татьяна, вот вы сейчас говорите о том, что вот сейчас уже по закону о недрах вот немножко ситуация поменялась. То есть вы говорите, это сейчас, да? То есть вы не говорите, что это было потом. То, что было потом, мы уже сказали, все, черту провели. Правильно я понимаю? Да. Вот. Поэтому просто вот о законе, который вот сейчас у нас регулирует, да, взаимоотношения по недрам, просто включает в себя именно реестр, государственный фонд, да, недр, вот, лицензирование, что наиболее важно, да, что у нас, допустим, сейчас иностранцы, они не могут получить лицензии, то есть просто как бы табу. Вот, правила пользования и так далее. Вот, ну и здесь тогда вернемся к закону о разделе о продукции, вот, чтобы понять, что на тот момент целью приватизации было, собственно, не создание рыночных свободных отношений, да, как бы построение демократического общества и так далее, а просто разграбление нашего государства. И, собственно, вот как раз об этом свидетельствует сам закон о соглашениях о разделе продукции. Был, значит, он подписан 30 декабря 1995 года. Ну, то есть буквально эти законы все внедрялись, принимались ежегодно. То есть они смотрели, вероятно, как какой-то из этих законов действует, работает, они что-то корректировали, какие-то изменения вносили, какие-то законы еще принимали. Для чего? Для того, чтобы, в принципе, осуществить вот дело века, да, о котором, собственно, позже сказал Чубайс, очень интересно, да, мы боролись, мы проводили декоммунизацию, а приватизацию, да, вот он так скажет. Но на самом деле происходило просто разграбление недр, предприятий и госимущества РСФСР. Вот. Ну, если мы рассматриваем именно вот в рамках РСФСР, да, будущей Российской Федерации. По самому закону, значит, здесь интересно посмотреть, что его, ну, как сейчас, да, его комментируют или преподносят. Значит, сам, собственно, закон о разделе продукции принят в развитии законодательства Российской Федерации в области недропользования и инвестиционной деятельности. Устанавливает правовые основы отношений, которые возникают в процессе осуществления российских и иностранных инвестиций, а именно в поиске, в разведку, в добычу минерального сырья на территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в пределах исключительно экономической зоны на условиях соглашения о разделе продукции. Вот. Ну, то есть как бы представление его, популяризация именно связана с тем, что нам необходимо создавать условия для привлечения инвестиционных инвесторов, да, из-за рубежа и так далее. Это на сегодня. Но на тот момент, по сути, как бы у нас государство путем подписания вот такого соглашения, соглашение это носило исключительный характер, то есть такой индивидуальный, можно сказать, да. А соглашение, по сути, как бы в рамках гражданского законодательства это договор, который подписывается между двумя или более лицами, вот, который устанавливает право пользования, владения. Ну, здесь вот на примере, допустим, вот этого соглашения о разделе продукции, право пользования, владения недрами Российской Федерации, то есть добыча, использование, транспортировка и так далее. Вот. И по самому вот этому соглашение тоже интересно посмотреть, что оно, в принципе, все действует в рамках именно международных отношений. То есть международное право здесь выполняет такую вот функцию как бы регулятора, по идее. Хотя наши недра... А есть Да. там отсылка, да, на вот эти на международные договоры? Вот есть там отсылка вот в этом законе на тот период? Да, она располагается в заключительных положениях. Собственно, это статья 24, тоже кому будет интересно, посмотрите. Статья 24. Международные договоры Российской Федерации.
где указано, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим законом, то применяются правила международного договора. Ну вот то, о чем, собственно, я и сказала, что он, в принципе, как бы весь вот пронизан международным правом, независимо от того, что все недра находятся на нашей территории. Вот. Ну, то есть, как бы, по сути, это подтверждает как раз-таки вот колониально зависимый статус, то есть просто сырьевая база. Нет национального права, оно внедрено, да, вот. Так вот, по этому соглашению продукции вот на тот момент, вот как это было, да, то есть вот, например, недра находятся на территории Российской Федерации, на территории какого-то из регионов, а есть там кто-то там владелец, да, там уже на тот момент допускалась частная собственность, то есть частная собственность уже на тот момент была, то есть были ли эти компании уже в частной собственности, и тогда уже соглашение, получается, о разделе продукции было принято. Как вот это вот, мне хочется вот именно вот эту увидеть, скажем так, на графике, на линии жизни, как это происходило. Да, ну вот здесь как раз, знаете, можно что посмотреть. Это Сахалин-1 и Сахалин-2. Два таких вот масштабных, скажем так, результата как раз соглашения о разделе продукции. Вот. Ну, по крайней мере, интернет нам выдает, что Сахалин-2 уже как бы подвержен национализации, да, то есть хотя бы возвращен именно в национальную юрисдикцию, в отечественную, и, собственно, во владение, то есть то, что касается именно национальной собственности. Вот. Ну и, по крайней мере, также пишут вот в интернете о том, что еще в июле прошлого уже года президент подписал указ о фактической национализации проекта «Сахалин-2». То есть управляющая компания возвращается с Бермудских островов в Россию. Получается, что вот два вот этих проекта, и третий из них я, к сожалению, сейчас попозже спустимся к самому вот соглашению, где-то на севере, они регулировались полностью вот этим вот соглашением о разделе продукции. То есть полностью как бы приоритет норм международного права. И вот, кстати, по поводу вот этой оговорки о том, что противоречия, да, национального права и международного, оно как бы может быть, опять же, установлено только в порядке с новым федеральным конституционным законом. Эти изменения были внесены только лишь 2 года назад, 8 декабря 2020 года. То есть мы видим, да, что... Эти Ну, вот. изменения, они применяются только вот к соглашению о разделе продукции, или они могут быть применены к каким-то другим еще документам нашим, вот, там, ну, не знаю, Конституции, либо каким-то еще законам другим, могут ли вот это вот быть применено, что приоритет нашей Конституции все-таки? Да, ну опять же, приоритет Конституции с оговоркой только в порядке, установленном федеральным конституционным законом, а это только через Конституционный суд. Вот. А здесь прям запомните, вот, ну, зрители, да, и посмотрите федеральный закон от 8 декабря 2020 года номер 429. Он содержит в себе вот этот вот перечень, там порядка 200 законов, в которые вносилось вот это вот изменение. Вот. И просто чтобы у зрителей тоже осталось это в голове, 429-й федеральный закон от 8 декабря 2020 года, который вносил вот изменения в большое количество законов. Ну, то есть, Вот. если, например, кто-то, ну, скажем так, заблуждаясь, говорит о том, что так вносили же вроде как приоритет Конституции, да, над этими международными договорами, не говорите нам ничего, что у нас вот это все то есть в приоритете, да, мы можем открыть вот этот закон, в котором есть четкий список, в какие законы вносились, о чем эти законы были. Все, что, скажем так, не входит в этот список, это уже приоритет все-таки международных договоров. Правильно? Да, правильно. И при этом в каждом из этом законе мы даем отсылку именно на решение Конституционного суда. То есть, если его нет, пока действует приоритет международного права. Поэтому вот... Да, даже если он записан вот в этом Да. законе, то есть нужно по каждому, получается, закону еще и решение Конституционного суда. Да, и вот мы на прошлой встрече говорили с вами о том, что вот Зорькин, когда с Путиным встречался, он ему принес вот такую толстенную книгу. Скорее всего, там были как раз вот эти все определения Конституционного суда. Надо обязательно их посмотреть. Вот это я для себя, да, делаю галочку, да, чтобы мы уже разобрались.
Ну, кстати, вот просто сейчас немножко от темы отойдем, да, задам вопрос. А вот, кто должен вот подать вот эту инициативу сделать, да, вот по каждому федеральному закону подать в Конституционный суд такой, скажем так, запрос о том, чтобы вот этот вот приоритет нашей Конституции был выше, чем вот международное право? А вообще, в принципе, вот если взять тему того коллективного иска, который мы сейчас формируем и подаем, да, то есть подавали индивидуальные иски, коллективные иски, вот, значит, он попадает в Верховный суд, они, значит, отказывают в рассмотрении, да, потом идет частная жалоба, ну, соответственно, отказ. Я, кстати, вот по своему индивидуальному иску не нашла пока информации 26 числа. Была рассмотрена частная жалоба. Вот. И, соответственно, потом мы имеем право подать именно в Конституционный суд. Но также такая прерогатива и такое право есть у президента Российской Федерации. Вот. Кроме того, любой гражданин, любой участник, ну, который ведет бизнес, да, и так далее, но точно так же может воспользоваться своим конституционным правом и обратиться в Конституционный суд. Вот. И несколько, кстати, решений таких уже есть. Ну, в принципе, можно прям выделить время и посмотреть вот эти вот нормы, да, приоритет международного права разобраться. И несколько вот таких определений Конституционного суда, в котором прям четко указано, допустим, нужно выполнять там решение какого-то международного суда или же в рамках вот, выполнения какого-либо, ну, осуществления хозяйственной деятельности, как в нем работает тот или иной закон. Вот. Но пока мы имеем то, что мы имеем, это отсылка на то, что нужно это противоречие установить только в соответствии с федеральным конституционным законом. Вот. И по поводу вот соглашения о разделе продукции, ну вот что, да, интересно посмотреть здесь, само соглашение о разделе, как выше я уже сказала, что это договор, вот, в соответствии с которым Российская Федерация, ну то есть, собственно, государство, вот, предоставляет субъекту предпринимательской деятельности, а этот субъект предпринимательской деятельности может быть иностранным лицом, как это правило было, да, в 90-е, на возмездной основе, на определенный срок, исключительные права. Ну, то есть, собственно, он поэтому и называется исключительное соглашение. Вот, или соглашение на исключительное право. Чем они занимались? Это поиск, разведка, добыча минерального сырья на участке недр, вот, которое было указано в соглашении. Также проведение работ и так далее. И знаете, что самое интересное, вот, ну, сейчас это модно и принято говорить, что, ну, в принципе, да, в Гражданском кодексе закреплено как договор инвестирования. То есть, по сути, получается, что они как инвесторы вкладывают денежные средства. Но, простите меня, это недра государственные, да, то есть это достояние всех людей, которые живут на этой территории, которые веками жили на этой территории. И там же прописано само вот этот вот размер, ну, вознаграждения, которое они могли вносить в государство. Вот, поэтому что здесь можно еще посмотреть? Татьяна, Ну, такой нюанс хочу уточнить, да, вот по вот этому соглашению о разделе продукции собственником недр кто являлся? насколько я правильно поняла, сейчас мы вернули их в собственность Российской Федерации. А на Вот, тот то есть момент. она была в частной собственности, то есть собственником было не государство, было какое-то физическое там, ну, частное лицо, может быть, там, скажем так, группа акционеров, ну, наверняка была не российского гражданства. И Да. по этому соглашению вообще собственником недр кто был? Я имею в виду, что вот эти недра они извлекали. И когда они их продавали, вся прибыль, весь доход уходил вот именно в их карман, получается. В государство не уходило, не попадало вообще ничего. То есть, ну это как вот у меня есть там что-то дома, я что-то дома произвожу, да, вот это вот все мое, все, что есть, это оно мое. И никто не имеет права, скажем так, претендовать на эту вот собственность.
Да, получается, что, собственно, вот на тот момент можно было места, допустим, добычи там нефти, газа вот с карты Российской Федерации вот просто убирать. Вот оставалось такая вот пробел белый, белое пятно на карте, и как будто бы оно не являлось нашей территорией. Вот, и только лишь... Можно считать, да, что можно считать, что карта Российской Федерации была, скажем так, вся вот в дырах таких, да, то есть вот это черные дыры, это та часть территории, которая не принадлежит уже Российской Федерации. Да, и получается, что, ну вот, возвращаясь потом к приватизации, уже как бы к последствиям, да, вот то, что удалось Владимиру Владимировичу, по крайней мере, вернуть хотя бы, да, их, ну, в наше национальное, как бы, собственность, но по поводу вот юрисдикции тоже там было очень много вопросов, и приоритет международного права, собственно, споры сами, да, рассматривать, потому что собственность находилась, акционеры, они находились все за рубежом. Ну и вот на сегодняшний момент можно посмотреть, как это все реализуется на вот этих проектах, как Сахалин-1, Сахалин-2, то есть возвращение в нашу национальную собственность. Ну и потом, соответственно, там, возможно, как бы сам процесс вот этот сложный, в конце мы еще об этом поговорим, да, что есть цель самой приватизации, как бы плюсы и минусы. А вот посмотрим это как раз-таки на примере этих двух проектов Сахалин-1, Сахалин-2. Что нас ждет в будущем. Ну и вот что еще сказать по поводу вот этого соглашения о разделе продукции. Также оно включало в себя вот тоже, опять же, вот этот механизм, да, как они это все реализовывали, англосаксы. То есть все в рамках права, все в рамках законов. То есть они же любят это, да, часто говорить. Вот в 99-м году появляется федеральный закон 39, он умер, об инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Это у нас февраль 99-го года, а, допустим, лето 99-го года появляется федеральный закон об иностранных инвестициях в Российской Федерации. То есть на вот эти законы как раз-таки будут давить суды, ну вот, международные, да, когда дело ЮКОСа это будет касаться, но чуть позже посмотрим, где они ссылаются как раз-таки на вот этот закон, да, номер 160 от 9 июля 1999 года, который, собственно, определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, вот, условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации. Как бы сегодня, да, спустя вот уже там 20 с лишним лет, ну, все образованные вот, юристы скажут, что это очень круто, что, ну и на самом деле, как бы мнение бытует, да, что сегодня экономика, она не может быть, да, такой замкнутой и так далее. Мы должны развиваться в рамках там, международного права и так далее. Но если посмотреть историю, каким образом это все приватизировалось, каким образом заключались эти соглашения, то мы увидим, что Россия прибыли от этого не получала. Наш народ от этого не имел ни копейки, ни рубля. Вот. Ну что здесь еще интересного в самом соглашении? Так. Вот если вот как раз получается соглашение о разделе продукции, да, то есть и уже на тот момент была, то есть приватизация уже шла полным ходом, я так понимаю, у нас по территории Российской Федерации, то есть вот эти вот два, скажем так, события важных, скажем так, мероприятия, которые проводились усиленно по Да, ну. расчленению, что ли, нашей страны вот таким образом, чтобы как-то разделению, расчленению, вот, то есть это уже Вот. действовало. Да, Да. ну вот, например, да, интересно посмотреть по Сахалин-1, Сахалин-2 ситуацию, вот нашла материалы на 1 января 2015 года. То есть сегодня мы понимаем, что идет процесс национализации, дальше мы уже посмотрим, да. Ну вот какова ситуация, допустим, была на тот момент. Значит, сам вот этот проект Сахалин-1, он был создан, утвержден ли, да, на основании постановления правительства Российской Федерации 10 июля 1995 года. То есть у нас само вот это соглашение о разделе продукции было принято 30 декабря 1995 года, да?
а Сахалин-1 в июле 95-го года. Ну, то есть, либо они сначала заключили вот это соглашение, а потом под него уже писали, получается, закон. Как бы очень много таких моментов, которые вот непонятно. Ну, Вот. я предполагаю, что, возможно, все, потому что на тот период же было время, скажем так, Ельцина, да, который был, подмахивал, мне кажется, все, любой документ, который только ему не подсовывали. Вот-вот. Да. Ну вот, собственно, само, значит, это постановление правительства РФ от 10 июля 1995 года номер 684 о заключении соглашения между Российской Федерацией и консорциумом в составе государственного предприятия «Роснефть», акционерного общества открытого типа «Сахалин-Морнефтегаз», а дальше идут иностранные корпорации. Это «Эксон-Нефтегаз Лимитед» и корпорация «Сахалин Йол Девелопмент Корпорейшн Компани» ЛТД. Ну, то есть, если посмотреть, собственно, да, в спарке на эти компании, то они относятся к иностранной юрисдикции, и, как правило, собственность у них точно так же располагается либо на Кипре, либо на других офшорных островах, да. А, собственно, само вот это соглашение, оно заключалось в рамках разработки Чайвинского, Аркутун-Дагинского и Адаптинского месторождения нефти и газа на условиях раздела продукции. Вот опять же, то, что касается обычно, ну вот, любого обывателя. То есть, да мы знать не знаем, что есть такие проекты. И как бы если даже ты живешь на Сахалине, вот просто даже интересно, есть какие-либо плюшки, плюсы от того, что этот проект был. Да, сейчас, возможно, в рамках как раз-таки того, что Владимир Владимирович, ну вот, взял курс и как бы указ попозже посмотрим также о национальных целях развития России до 30-го года. Возможно, да, все денежные средства, которые будут получены по результатам деятельности вот этих проектов, они пойдут именно на благо народа, на благо городов, населенных пунктов, которые там находятся. Ну вот на последние там 20 лет, за исключением, вероятно, тех сотрудников, которые работают, да, а в этих компаниях, как бы обычный гражданин, он и знать не знает, что такие проекты есть. Это уже люди, которые интересуются, допустим, либо у них есть акции, да, либо они отслеживают вот за вот этим международным фондовым рынком. А обычный человек, ну да, есть такой проект, есть. А оказывается, под ним кроются вот такие вот как бы глобальные события, которые касались именно нашей с вами собственности по Конституции, так как мы единственный источник, да, власти, я имею в виду, а мы знать не знаем, что происходит, что у нас наши недра отходят иностранным лицам, отходили все 90-е годы, Ну, вот и так во-первых, далее. наверное, потому что не интересовались, а во-вторых, наверное, еще информации было очень много закрытой, потому что для того, чтобы вот это вот все найти, это нужно проделать определенную работу. Да, вот, ну, допустим, что еще интересного по проекту «Сахалин-1»? Он включает в себя освоение трех морских месторождений Чайва, Адопту и Аркутун-Даги. То есть это, видимо, все, что связано вот, ну, Сахалин, да, там же и Япония рядом, да, и все вот эти острова. То есть представляет из себя международный консорциум, в который входили такие компании, как «Эксон-Нефтегаз Лимитед», опять же, да, иностранная компания, дочернее предприятие американской компании ExxonMobil, которая является оператором проекта, доля участия 30%. Опять же, я повторюсь, что это данные на 2015 год, ну, как бы единственное, да, вот доступное, и то, что происходит сегодня, в принципе, зрители могут посмотреть в интернете. Очень много сейчас об этом проекте говорится, именно о его национализации. Вот, также допустим, американская компания ExxonMobil, которая является оператором проекта доля участия 30%, российская компания «Роснефть» через свои родственные организации РН «Астра» 8,5%, «Сахалин Морнефтегаз Шельф» 11%. И вот интересно про японский консорциум «Садека» 30%. И вот, возможно, как раз-таки летом и новость, ну, прозвучала, да, общемировая о том, что
мы запрещаем как бы им пользоваться, да, и получать вот эти вот прибыль, благо по этому проекту. И, возможно, происходит вот, скажем так, выкуп их доли акций. Он, ну, соответственно, для того, чтобы вернуть в нашу национальную собственность. Также участие индийской государственной нефтяной компании здесь, допустим, на тот момент было 20%. Вот. Ну, по Сахалин-2 тут такая же ситуация. То есть такая международная организация, которая, в принципе, подчинена международному праву. Вот. А в силу того, что, допустим, участники этого проекта, они могли в самом соглашении прописывать подсудность как таковую, да, а также все возникающие прощения. Соответственно, также здесь популярно использование арбитражной оговорки, то есть, собственно, допустим, сами негры находятся на территории Российской Федерации, а мы знаем, что у нас по гражданскому законодательству, допустим, есть подсудность специальная, это место нахождения земли и, соответственно, здания. Но вот в таких сложных международных взаимоотношениях и на примере Сахалин-1, Сахалин-2 мы видим, что, как правило, здесь пользовались арбитражная оговорка, а именно условия споря можно было прописать либо в самом соглашении, да, о том, что там спор будет проходить где-то, допустим, там в Лондоне, вот, либо же, допустим, можно будет подписать отдельное соглашение. Ну, здесь, опять же, когда посвятим целую встречу приоритету норм международного права, можно посмотреть, какие суды споры проходили. Нужно сказать, что арбитражный международный процесс это очень востребованный сейчас. Наиболее такие важные, популярные суды – это Лондонский суд, да, это в Германии Цюрих, вот, и так далее. И каким образом, допустим, сейчас работает эта арбитражная оговорка? Ну, странно. На мой взгляд, это очень странно, как бы все... Недра наши, а судьи их. Да, хотя мы понимаем, что и у нас судьи, как бы, как правило, работают на своих господ, но тем не менее, вот. Поэтому по этим, в принципе, проектам, наверное, все. А вот смотрите, такой вот уже на тот момент вот вы перечислили столько акционеров, да, очень много. Даже вот, наверное, там 90%, там, если не больше, зарубежная собственность, да, там какие-то компании. А как они вот с помощью какой приватизации, вот каким образом это им удалось вот так вот выкупить? И все ли так там было чисто вот в этом процессе приватизации? Вот, мне кажется, вот именно вот я насколько помню, вот именно в те времена появился термин даже прихватизация. Вот как вот это вот было? Да, ну вот вы уже вначале сказали о том, что, собственно, сам процесс приватизации, да, очень сложный такой механизм, и, казалось бы, я озадачилась посмотреть те видео, которые есть в общем доступе, каким образом их, ну, рисуют, рассказывают о них и так далее. Вы знаете, ну, нет нигде отсылки, за исключением, допустим, Федорова Евгения Алексеевича, да, и ряда там еще экономистов, которые бы говорили о том, что основной-то интерес здесь был у Соединенных Штатов Америки. Собственно, это такая вот, ну, личность Чубайс, который полностью действовал в их интересах, который, собственно, вокруг себя содержал ряд таких советников проамериканских, вот, которые были вокруг него. И, собственно, он же возглавлял сам вот этот вот процесс приватизации через госаппарат на тот момент Росимущество. Вот Евгений Алексеевич тоже об этом говорил, что несколько этажей в этом здании было занято американцами. Парадокс. То есть никто об этом не говорит. Вот сколько видео я посмотрела, к сожалению, эта информация как бы ее преподносят так вот, что мы переходили к рыночной экономике, что нам нужно было построить демократическое общество, свободу рыночных отношений, пользование любым гражданином частной собственностью и так далее, распоряжение, владение ее и так далее.
Но мы видим, чем это все, собственно, во что это вылилось. Это нищие 90-е годы, это бандитизм, это класс олигархов, это разворовывание, ну, скажем так, наших недр, ресурсов и так далее. А по поводу приватизации, чтобы сделать акцент, наверное, на участие американцев непосредственно в разграблении России и наших богатств, хочется сделать акцент именно на Международном валютном фонде, о котором в последнее время все только и говорят, да, что они, как правило, в своих рекомендациях указывают на то, что нам необходимо реализовать широкую стратегию приватизации, даже вот на сегодня. То есть это вот в 2013 году они говорили, но на тот момент России мечталось, что приватизация замедлилась со смещением акцента на привлечение частного капитала в государственное предприятие. Ну вот в конце встречи мы еще об этом поговорим по вот некоторым законопроектам. Вот. В 2017 году, например, также МВФ рекомендовала осуществить дальнейшую приватизацию госкомпаний. То есть мы-то понимаем, почему они хотят этого, да? Они хотят, чтобы полностью все наши недра, а мы знаем, что буквально вот в декабре, в январе Путин также участвовал в открытии, по-моему, дистанционно, да, еще нескольких источников добычи недр под Иркутском. Вот два, по-моему, источника газа, да, нашли. То есть Россия, как бы, она очень богатая страна в этом плане, да, она создает такое вот, ну, скажем так, привлечение для иностранных инвесторов, но они должны действовать именно в рамках нашей юрисдикции. И, собственно, вся собственность, она должна находиться на территории Российской Федерации. Ну и помощником в приватизации, собственно, они же являются помощником Международного валютного фонда, которые давали заключения, которые анализировали, которые перечень информации предоставляли. Это, собственно, аудиторские компании. Вот, и позже мы посмотрим на примере, допустим, некоторых наших корпораций, которые уже перешли на отечественный, да, аудит. Вот. Это такая четверка, как Deloitte, PwC, KPMG и так далее. Например, известно, что во время приватизации они составляли некий перечень. А кто мог дать этот перечень, да, тех объектов, которые также носили стратегическое значение для России, с ядерным потенциалом, военные объекты, они все были в руках у американцев. То есть американцы сидели в этом здании Росимущества. Собственно, позже они же и создали, ну вот путем закона о недвижимости, закон о регистрационной палате, которая потом трансформируется в Росреестр, кадастровая палата. То есть, по сути, как бы все данные, не то, что там об объектах, да, ну вот недра, карта земельных участков, водоемов, где разработки идутся, север, Сибирь, Дальний Восток, Сахалин и так далее. Плюс они же разработали вот эту вот кадастровую карту, куда нанесли все объекты стратегические, секретные в том числе. Ну, то есть как бы парадокс. То есть все это формировалось при непосредственном участии и спонсировании, финансировании и, ну, с точки зрения закона, да, американцами. То есть об этом, как правило, информации нет, за исключением, вот опять же повторюсь, небольшого количества вот экономистов, политиков. И вот в данном случае спасибо Евгению Алексеевичу, что он нам это дело все как бы рассказывал, раскладывал как экономист и опытный политик, ну вот буквально по пальцам. Вот. То есть какие основные проблемы вот в рамках приватизации были в 90-е? Ни одно из приватизированных предприятий не осталось в российской юрисдикции. Ни одно из этих предприятий. А сам процесс приватизации сопровождался нечестностью, коррупцией. То есть получается, что американцы поставили во главе всего вот этого процесса тех людей, которых они наделили вот этими полномочиями для того, чтобы, ну, как бы этот человек провел вот эту аферу и осуществил вот этот вот сам механизм приватизации. То есть, по сути, как бы человек оказался в нужное время, в нужном месте с нужным им человеком. Вот. Все предприятия ушли в иностранную юрисдикцию, и, соответственно, сам вот этот вот механизм приватизации,
можно со стопроцентной уверенностью сегодня говорить, что это результат поражения нас в холодной войне с американцами. То есть это результат распада Советского Союза, а не работа над, скажем так, над улучшением нашей экономики, над созданием рыночных отношений и так далее. Потому что сама приватизация, она сопровождалась голодом, нищетой, отсутствием работы у людей и так далее. Ну, вот посмотрим, наверное. Татьяна, можно, пока мы не перешли дальше, да, я хочу вот уточнить по поводу приватизации. Да, вот правильно я понимаю, что вы говорите о том, что вот сам процесс приватизации был выгоден только вот определенному кругу лиц, небольшому, да, а в принципе остальным гражданам он не нужен был, вот эта приватизация, она была не нужна. Она только принесла, скажем так, вот какие-то вот такие, ту же самую нищету, голод вот для людей. Именно передачу вот самых крупных объектов собственности в частную собственность, в зарубежную собственность. Ну вот мы можем сейчас анализировать только уже как бы имея то, что мы имеем сегодня, да. Допустим, сегодня мы понимаем, что есть госкорпорации, есть международные корпорации, есть бизнес. То есть есть доходы, которые получают иностранные лица, иностранные граждане и так далее. Есть класс олигархов, который, к сожалению, работает не на благо России, о чем буквально тоже недавно заявил Владимир Владимирович, подтвердив, что да, это хорошо, когда есть бизнес, когда есть инвестиции, но этот бизнес должен работать на благо Родины. И здесь можно сравнить, вот, допустим, тот бизнес, который работает в Китае, в Сингапуре. То есть, как правило, они над собой имеют жесткий регулятор со стороны государства. То есть, как правило, работают на благо, на всеобщее благо. А здесь мы видим, что вот на сегодня у нас заводы, промышленность разрушены. Допустим, мы не имеем права заниматься национальными проектами, да. То есть, когда вот началась СВО, все говорили о том, что нам не на чем летать. А почему так произошло, никто не задумывался. Ну, вернее, не задумывались именно либерально настроенные люди, потому что вот, мы ничего не производим, у нас ничего своего нет, у нас есть только сырье, которое в какой-то момент закончится. А почему так произошло, они не задумываются, не задаются вопросом. А все потому, что МВФ диктует условия и по приватизации в том числе, и по поводу того, что нет необходимости и даже запрет на развитие национального бизнеса. То есть, допустим, в советские годы наши авиапредприятия, они строили настолько огромное количество самолетов, да, что там чуть ли не каждый второй или третий самолет в мире был нашего советского производства. То есть мы можем, мы умеем, у нас очень умные люди, у нас гениальные люди. Вот. И то, что касается вот плюсов-минусов приватизации, нужна она была или не нужна, сейчас, наверное, уже сложно судить, потому что мы выросли, да, уже в условиях рыночной экономики. Ну вот по разговорам наших родителей, там, более старшего поколения людей, они привыкли жить в годы коммунизма. Вот. И, соответственно, у них не было такого понятия, как собственность. Но приватизировали в 90-е годы граждане там, ту или иную, да, жилплощадь, квартиру, там, земельный участок. Но это единственная, допустим, собственность, которая у них была. Ну, дача еще была. А миллионерами, миллиардерами становились именно те люди, которые работали и в интересах Америки. Вот. И, собственно, в их интересах не было развивать. Ладно бы они, допустим, приватизировали то или иное предприятие, и они бы в тот же момент начали активно финансировать, развивать, поддержку оказывать населению. А ведь у нас практически порядка там 6-7 лет люди без зарплаты жили. То есть есть даже такие данные. Ну, я надеюсь, что когда мы суверенитет в полном объеме вернем, то будут большие исследования по этому поводу, какое количество смертей вообще было в 90-е. То есть от голода, от нищеты, от того, что не родилось большое количество людей, да, люди вынуждены были делать, допустим, аборты в силу того, что нечем было просто кормить уже тех детей, которые у них были. А вот для олигархов, да, конечно, сам процесс приватизации, об этом как бы они да, говорят, что
они, собственно, и построили свой бизнес на итогах приватизации. Но здесь, знаете, тоже так еще интересно порассуждать. Допустим, если ты собственник бизнеса, это круто, если ты создал его с нуля. То есть тебе пришла какая-то идея в голову, как там яблоко, да, упало Ньютону. Вот. И, собственно, ты заинтересован в развитии своего государства, своих каких-то нацпроектов, что ты обеспечиваешь рабочими местами большое количество людей, ну, в рамках, допустим, там одного региона. Ты оказываешь поддержку, ты спонсируешь там спортивные клубы и так далее. Туда это круто. Можно таким человеком гордиться, восхищаться и все ему регалии отдавать, и героя России, там, допустим, да, ну вот, или заслуженного какого-то деятеля. А когда они построили свой бизнес именно вот на разворовывание наших недр, наших предприятий, и, как правило, у них же цель какая была у Соединенных Штатов? Они через вот этих вот агентов, ну, можно, да, их так, наверное, назвать, людей, олигархов в будущем, они выкупали эти предприятия, выводили их в свою юрисдикцию и в последующем либо банкротили, либо перепродавали и так далее. То есть, по сути, все предприятия, они так или иначе пришли в упадок. И, возможно, это бы продолжалось и в 2000-е, если бы Владимир Владимирович этот процесс не остановил. Вот. Я бы хотела вот поподробнее остановиться вот именно на олигархах, да, каким образом они, используя приватизацию, все-таки вот приобрели статус олигархов. Да. Ну, здесь вот по самому процессу механизма приватизации, собственно, нужно просто добавить, что они действовали в рамках двух законов, которые были приняты еще на начальном этапе, собственно, распада, развала Советского Союза, это о собственности РСФСР и о приватизации государственных муниципальных предприятий в РСФСР. А сам Анатолий Чубайс, который также был председателем госимущества РСФСР, по сути, вокруг себя собрал большое количество вот этих товарищей, советников из Америки, которые позже были, кстати, осуждены в Америке. То есть по решению американского суда они были осуждены за то, что они здесь у нас в России обогатели. А у нас до сих пор, допустим, кроме вот дела ЮКОСа, громких таких дел мы не видим, по крайней мере. Они есть, Видимо, конечно. они достаточно что-то ограбили, да, что их осудили. Да, то есть у них была задача, допустим, проводить там какие-то, ну, Да. исследования, а они воспользовались и обогатились. Вот, ну, по поводу того, как олигархи стали олигархами, здесь нужно сказать по залоговым аукционам, которые идею о создании которых также реализовал через Владимира Потанина, а Борис Йордан – это американец. Ну вот мы видим, да, что как ни копни, куда ни копни, везде есть рука американская. То есть кому было выгодно и интересно, это, собственно, приватизация. Вот. То есть на тот момент уже существовало несколько крупных банков. Вот, это МФК, Анексимбанк, вот. И, собственно, с ними же связано такое громкое имя, как Михаил Прохоров, который в последующем купил баскетбольный клуб в Америке. Почему бы не развивать наш баскетбольный клуб, да, вот на тот момент. Поэтому сущность залоговых аукционов состояла в следующем. В 90-е годы развал Советского Союза. Денег в государстве нет. Поэтому государство остро нуждалось в денежном финансировании. Поэтому, проведя вот эту вот схему, собственно, через Чубайса, о чем, кстати, Ельцин неоднократно в последующем будет говорить, да, что во всем виноват Чубайс. И мы, кстати, увидим спустя много лет, буквально там с началом СВО, он скоропостижно покинул территорию России. Вот. То есть государство проводило аукционы, победители которых получали право заключать кредитный договор с государством. То есть, по сути, закабаление, да? Вот. Но в силу того, что это было только лишь начало 90-х, и банков было не такое уж большое количество, буквально вот пару крупных, да,
то, соответственно, только крупные банки располагали необходимыми суммами. Причем там, когда прокуратура начала разбираться и в заключении в счетной палате, да, оно выдало о том, что до того, как государство получало кредиты в банках, оно же само денежные средства в некоторых банках расположило. То есть, по сути, как бы они кредитовали себя своими же деньгами. То есть, насколько серая, хитрая схема. Но явно она была преподнесена и пролоббирована от американцев. Вот как раз-таки вот этим Борисом Орданом. Вот. Но в силу того, что сам кредит нужно было чем-то обеспечить, а, собственно, саму первую главу Гражданского кодекса, мы уже говорили об этом ранее, нам также навязали как Конституцию США, то в качестве обеспечения возврата кредита государство отдавало в залог банка ценные бумаги, акции крупнейших предприятий, которые являлись федеральной собственностью. Ну, то есть, по сути, как бы вот эти акции потом и забрали себе банки. А потом они начали проводить все вот эти сделки серые. Ну, давайте вот остановимся, да, вот здесь получается государство, разместив сначала деньги в банке по какой-то причине, скажем так, а потом берет в этом же банке кредит. И потом почему-то не может расплатиться, или каким образом вот эти акции попадают вот именно в руки других людей? То есть как это происходит? Они отдают эти акции в залог банку. За кредит они не могут расплатиться. И, соответственно, эти акции уходят банку. Вот. А потом банк их уже продавал, собственно, эти акции. И, допустим, там тоже выявили такие схемы интересные, да? Например, по ЮКОСу. Вот как пример, да? На залоговых аукционах Ходорковский, как он себя, допустим, да, проявил в тот момент, ЮКОС была второй по величине нефтяная компания. Вот. И, соответственно, нужно было провернуть все таким образом, чтобы ну вот, через банк он стал обладателем пакета акций. Например, в холдинг ЮКОСа на тот момент входила добывающая компания «Самаранефтегаз». А экспортом продукции вот этой компании «Самаранефтегаз» занимался на тот момент Березовский и Самарский, ну там, НПЗ, на котором за 2 года до этого произошло несколько убийств. То есть как бы помимо того, что шел процесс незаконной приватизации, они еще и убивали какое-то, ну скажем так, безумие творилось, да? Тех, Вот. кто мешает, наверное, все-таки там, наверное, кто-то люди были умные, разбирались и начинали копать, вот их потом убирали. Да. На тот момент на торги выставили 45% акций, и вот эта вот компания, то есть это все осуществлялось, по сути, 94-95 года. Минотеп, она прямо велела остальным потенциальным желающим от участия в торгах воздержаться. Ну, видимо, как раз-таки убийства и были связаны. Опять же, расследования, я думаю, проводились. Просто как бы не ставили задачу, да, посмотреть. Воспоминания Березовского, возможно, тоже об этом большое как бы, описание, да, вот есть. Нужно, кстати, посмотреть, да. Вот. И Ходорковский на тот момент заручился, что ЮКОС будет наш. Вот. Например, 8 декабря того же года 95-го консорциум, а мы уже понимаем, что это международная организация, да, из Инкомбанка, Альфа-банка, а это, как правило, банки иностранные, и банк «Российский кредит» предложил за акции ЮКОСа, то есть вот суммы, да, посмотрите, какие, 350 миллионов долларов. Это было намного больше, чем другие участники предложили. Но структура, которая ведала регистрацией заявок на участие в аукционе по продаже ЮКОСа, был Минопенбанк. Это как раз тот банк, да, вот участником которого, или, ну, скажем так, приближенным к нему, был, собственно, Ходорковский, да. Вот. И он не принял заявку консорциума по следующей причине. Часть залога консорциум внес государственными облигациями, а не деньгами. Ну, то есть, как бы здесь всевозможные схемы были. В итоге ЮКОС достался компании, которая представляла интересы Минотепа.
Ну, то есть то, о чем вот выше говорили, что она заплатила за пакет акций ЮКОСа всего на 9 миллионов долларов больше стартовой цены, то есть 150 миллионов. А те три банка выше заявленные, да, Альфа-банк, Инкорбанк и Российский кредит предлагали 350 миллионов. То есть вот насколько парадоксально проходила незаконно сама приватизация. То есть 200 миллионов долларов просто канули в веках. Ну, то есть там за кулисами, так сказать, да, если вот формально так, за кулисами происходила такая серьезная достаточная борьба, вот именно даже вот между вот этими олигархами, может быть, я бы сказала, да, которые кто это себе возьмет. Потому что если даже эти банки предлагали, они тоже иностранные, да, и тут еще Минотеп, там, да, Ходорковский, ну, в общем. Ну, наверное, очень интересная история. Вот это вот, если бы этими вопросами занялись органы соответствующие, может быть, еще бы много чего бы еще нашли. Да, ну вот по делу ЮКОСа там как раз расследование-то и было, собственно, да, в отношении Ходорковского и, ну вот попозже, да, вернемся к нему. Ну, собственно, интересно бы еще почитать сами воспоминания, потому что, как правило, допустим, либералы, они представляют это все как, о, это же круто, человек хотел сделать бизнес, человек столько сделал хорошего, это рыночная экономика, это свобода и так далее. Но, по сути, как бы здесь копнуть только в само начало, как эта процедура, да, начиналась. Что в этом законного и вообще о чем может быть идти речь, да? Ну и вот по второй сделке, позже мы поговорим о Норильском никеле, тоже здесь интересно. Владимир Потанин, который, кстати, не так давно заявил, что он против национализации, что он возражает против нее. Вот, соответственно, он хотел на тот момент приобрести акции Норильского никеля. Вот, потому что Норникель это, ну, в принципе, и сегодня, и тогда важнейшее российское предприятие, которое является экспортером, и также на тот момент был крупным акционером известного уже выше Анексимбанка. Вот, например, на аукционе по продаже акций Норникеля самое большое предложение также 355. Ну, то есть, если Юка за 350, да, хотели купить, то за Норникель на 5 миллионов долларов больше предложили. А вы купили его, знаете, на сколько? Так, то есть за 170 миллионов. То есть, если ЮКОС вы купили за 150, то Норильский никель за 170 миллионов долларов. То есть на 100 тысяч больше стартовой цены. И также вы купили его через Онексимбанк, который ранее кредитовал государство. Вот. А государство взамен предоставляло вот эти акции в залог. Ну, то есть хитрые схемы, очень хитрые. Ну, Вот. хитрые схемы, знаете, и знаю, что вообще еще система откатов до сих пор существует, несмотря на разные там все равно способы, которые, скажем так, должны ограничивать эти процедуры, но тем не менее они все равно существуют, эти системы откатов. И даже я не удивлюсь, если даже несмотря на то, что вроде как было предложено 350 там, да, или 307 миллионов, а заплатили там 107 там, да, вот эти цифры, а разница пошла кому-то в карман. Вот Ну, кстати, еще. да. Вот. Поэтому это как раз таки говорит о том, что если олигархи говорят, что мы такие крутые, мы сделали свое состояние в соответствии с законодательством, ну, как бы видя то, как это законодательство писалось, буквально вот, да, поэтапно. То есть это не то, что была какая-то программа, которую нужно было реализовать. Это была программа по прихватизации. И они как раз эти законы, но опять же, это наше мнение, да, вот мое личное мнение, вот из того, что я вот прочитала, изучила, возможно, оно не совпадает со мнением, особенно либералов. Вот. Но видя по документам и вот этой хронологии, мы понимаем, что цель у американцев была одна, то есть сделать из нас сырьевую колонию, вот, а эти люди им нужны были для того, чтобы провести все вот эти схемы. Вот. Ну и по поводу, наверное, того, что Счетная палата увидела, да, вот когда проанализировала уже, собственно, саму всю приватизацию, то есть какие они увидели, ну, катастрофические, скажем так, моменты. То есть это заниженные цены на сами предприятия, вот выше мы уже увидели это, да.
Притворность конкурсов тоже, что кого хочу, включаю в конкурс, кого не хочу, не включаю. Коррупция, вот. И, соответственно, иностранцы, которые скупали объекты стратегического значения. А по сути, как бы у них же не было целью развивать ни авиапромышленность, ни любую другую промышленность, особенно, да, военную, как вот по воспоминаниям некоторых жителей нашей страны. Они приезжали на эти предприятия, они, собственно, их, но ну, они же уже становились собственниками, да, они не обеспечивали рабочих местами, рабочими, зарплатой, какими-либо благами западными, демократическими. Казалось бы, да, мы переходим от социализма к тому, что мы хотели там на Запад и хотели быть развитой страной, развиваться как капиталистическая страна. Мы не получили всех вот этих плюшек. Вот, а получили нищету, бедность, отсутствие заработной платы и так далее. Вот. И, собственно, они с этих предприятий вывозили умы за границу. То есть они им там обещали баснословные деньги, а что делать обычному ученому, который... ну, много же фильмов, вот уже даже если фильмы посмотреть, как люди жили в 90-е, им предлагали баснословные деньги, чтобы он уехал там в Европу или в Америку. А куда ученым деваться, если у нас ученые, у нас военные в 90-е на рынке торговали как челноки. Естественно, как бы они уезжали. Поэтому, говоря о приватизации, нужно здесь акцент, конечно, делать на том, что это была трагедия именно, и большое количество смертей от голода, и людей, которые теряли свою квалификацию, именно как ученые, военные и так далее, там, доктора наук, да, и так далее. Вот. Ну и, собственно, зарождение вот этого класса олигархов. Вы уже выше сказали, да, про само вот понятие, которое там дает Википедия. Но здесь, наверное, нужно остановиться о том, что они несут опасность на сегодня. Почему? Потому что они представляют такой как контрольный орган именно со стороны США. То есть, по сути, мы это видим на примере тех переговоров, которые проводил Абрамович. Вот, мы видим это на примере того, как в Европе происходит несколько арестов, там, допустим, ну, олигархов, которые проживают там, у них там собственность и так далее, когда им счета блокируют, и они просят у них деньги на то, чтобы выделили, да, на содержание. Это вообще парадокс. То есть Владимир Владимирович им уже давно сказал, замучитесь пыль глотать, да, возвращайтесь в российский бизнес и верните народу то, что вы у них отобрали. Но даже если сегодня мы говорим о том, что, по крайней мере, было несколько таких заявлений, собственно, от Владимира Владимировича, да, что не будет национализации вот полномасштабной, да, и возврат всех этих предприятий и так далее государству, потому что уже механизм другой, и, скорее всего, государство будет выступать вот неким контролером над бизнесом, ну, имея какой-то пакет акций в каждой из корпораций. Но при этом как бы человек, который будет заниматься бизнесом, он будет вести его эффективнее, чем чиновник. Потому что чиновник, он уверен в своей стабильности, ему нужно, чтобы все-таки у него было всегда что поесть, что попить, купить, да, там яхты и так далее. А бизнесмен, он все-таки будет заинтересован в том, чтобы этот бизнес развивать, постоянно внедрять какие-то новые технологии и так далее. Это вот к тому, что какие плюсы и минусы на сегодня уже как бы по прошествии 30 лет. А вот, ну и по поводу той опасности, которую представляют из себя олигархи, мы же видим, что до последнего по поводу СВО они молчат. Они не выступают в поддержку ни СВО, ни президента, ни народа. Может быть, через какие-то подконтрольные им лица они и оказывают финансирование нашим ребятам, но здесь большой вопрос, да, как бы кому они оказывают финансирование и так далее. И про того же Ходорковского, если говорить, ну, наиболее такая значимая эпатажная фигура, которая ведет свою деятельность активно из-за рубежа, сидя в Лондоне, пытается совершить у нас, ну, госпереворот и так далее, да. Вот буквально на днях он проводил какое-то там собрание с, ну, противниками Путина, да. И они разрабатывают там уже новый проект Конституции. То есть, как бы вот она, да, опасность, которую таят олигархи. Вот. Я бы вот еще хотела, скажем так, вернуться к Счетной палате, да, вот, и
у меня есть такая информация, да, что по итогам 2017 года Счетная палата предоставила отчет, в которой установлено наличие в казне Российской Федерации 16 271 объектов защитных сооружений, которые на протяжении 20 последних лет не финансировались из государства и содержание которых не осуществлялось. И вот порядка 95% вот этих объектов находятся в неудовлетворительном состоянии. Многие объекты незаконно приватизированы, а сроки исковой давности, согласно законодательству Российской Федерации, уже истекли. Вот такой вот отчет они сделали. А вот как Счетная палата вообще в таких случаях, вообще она какие-то рекомендации выдает, например, имеет она право какие-то рекомендации каким-то правоохранительным органам выдавать по поводу разобраться вот тут. Но все-таки здесь достаточно серьезные заявления сделаны, и следует, наверное, понимать, как это вообще, как они должны действовать, Счетная палата. Ну, вот, насколько я правильно поняла, Счетная палата, в принципе, как бы создавалась как вот этот механизм, который мог произвести, ну, вот это контрольное мероприятие, проанализировать и так далее, передать эти дела в прокуратуру. А по сути, как бы, мы понимаем, что прокуратура проводила такие проверки и проводит по сей день. А по делу ЮКОСа это ясно, и по другим предприятиям. Мы как бы понимаем, что говорить о сроках исковой давности при таких преступлениях, да, но приватизация, прихватизация, это же, по сути, глобальное преступление или преступление, которое носило глобальный масштаб на тот момент. Вот, поэтому здесь государство может заявить, что приватизация в 90-е прошла незаконно, и даже если юристы будут делать ссылку на пропуск исковой давности, то суд на это может не посмотреть. А, кроме того, вот на сегодня есть такая информация, что если тот бизнес, который был незаконно приватизирован в 90-е, да, иностранные люди, ну, граждане, там, компании, а также те же самые наши олигархи продолжают контролировать вот эти стратегически важные для страны объекты через офшор, то, собственно, государство в судебном порядке может у них его изымать и возвращать в нашу национальную юрисдикцию. Как раз-таки об этом и говорит, собственно, федеральный закон, который был принят летом этого года, от 14 июля 2022 года, номер 320. 320 номер этого закона 14 июля 2022 года о внесении изменений в сам закон о приватизации государственного муниципального имущества. Вот, собственно, здесь как раз-таки сказано о том, что эти объекты стратегически важны для страны, а мы понимаем, что сейчас идет СВО, которое в любой момент может перерасти во что-то большее, да? А, соответственно, эти объекты, они могут понадобиться государству. То есть не хотите по-хорошему выполнять то, что от вас сейчас просит, да, руководство страны и, в принципе, вот эти международные отношения, которые сегодня складываются в условиях реальной, ну, борьбы и санкций, которые в отношении нас установили. Соответственно, как бы не хотите по-хорошему, будет, как говорится, по закону, да? То, собственно, в судебном порядке эти объекты будут изыматься и их будут преобразовывать в хозяйственное общество. Ну, на мой взгляд, как бы это очень даже неплохо. Потому что, а как по-другому? Если они не хотят их продавать, не хотят их возвращать, да, даже государство же пока их не забирает, оно же их через покупку пытается вернуть, да, в российскую юрисдикцию, в нацбизнес. Вот. И даже тут, знаете, уже есть некая практика за 2022 год. Вообще очень интересно, я просто отслеживала эту ситуацию, ну, как юрист. Очень много было востребовано вот буквально с началом СВО юристов, которые практикуются, ну, по международным отношениям, по иностранному праву, которые владеют английским, немецким и так далее языками, которые имеют опыт в банкротстве, в ликвидации международных компаний. Это был просто, вот знаете, какой-то шквал. Вот. Ну, естественно, как бы мы понимаем, что там зарплата очень высокая у таких специалистов, поэтому даже завершение вот этой процедуры приватизации незаконной, ведение бизнеса, который шел не на благо России,
они пытаются закрыть руками наших же специалистов. То есть не их юристами. Я знаю, что очень многие юристы, адвокаты, они отказываются вести какие-то дела, которые связаны с Россией. Поэтому наши юристы вынуждены завершать эти процедуры. Вот. Ну, например, какие интересные дела были еще в этом, вот в прошедшем году? Так, например, Алтайский Кучуксульфат и Салимский магниевый завод также были национализированы через суд. Но пока сами материалы дела не открывала, если что, потом в комментариях пришлю ссылки на них. Вот, номера дел есть и так далее. То есть по поводу признания незаконных этих предприятий в 90-е годы. Поэтому практика есть. Вот. И практика как бы показывает, наверное, прежде всего нашим олигархам, чтобы они одумались и исправили те ошибки, которые они совершили в 90-е. Вот. Возможно, это нацелено именно на это. Ну, это да, на самом деле я считаю, что вот сейчас, пока им показывают, пока вот вы смотрите, что к чему может привести, и пока не поздно, скажем так, верните свои денежки, если хотите вообще, чтобы они совсем у вас не были отняты. Ну вот, другой вопрос, да, вот мы с вами уже говорили там про компании, про недра, да, у нас вот, скажем так, вот Роснефть, Газпром, Норильский никель, да, вот тоже как бы вот именно компании, которые все-таки относятся к недра, владельцам недр, скажем так, тех ресурсов, которые они извлекают из недр. А вот что вот по этим компаниям можете сказать вообще, как по ним обстоит сейчас ситуация? Так, ну вот я предлагаю, знаете, как у нас времени мало, наверное, да, осталось кратенько сказать по поводу того, Так. что, например, Норильский никель и Газпром пользуются услугами отечественного аудитора. И, на мой взгляд, это очень круто, потому что такой вот аудитор, как ФБК, и он даже на своем официальном сайте разместил, почему это я сейчас скажу, да, почему это важно, разместил такую информацию. Собственно, ФБК, я сразу же полезла в Spark посмотреть, а чьи они. То есть это уже в голове прям вот на автомате срабатывает, посмотреть. Вот, собственно, это общество с ограниченной ответственностью, которое расшифровывается как финансовые бухгалтерские консультанты, находятся в Москве. Вот. И, собственно, работают в рамках, ну, федеральных законов. Вот. И они информируют, ну, собственно, бизнес российский о том, что 19 апреля 2021 года правительство Российской Федерации приняло постановление номер 622 об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации индивидуальному аудитору. То есть ограничения, которые предусматривались этим постановлением 622, еще раз повторю, от 19 апреля 2021 года, применяются в отношении следующих аудиторских организаций. Аудиторские организации, которые находятся под прямым или косвенным контролем иностранного гражданина, лица без гражданства, иностранного юрлица, международной компании. И аудиторских организаций, которые входят в одну группу с иностранным гражданином, лицом без гражданства, иностранным юрлицом, международной компании. Вот. Поэтому они, собственно, сообщают о том, что они не имеют в своем составе таких иностранных граждан, иностранных юрлиц, международных компаний. Вот. Участниками этого общества являются российские юридические лица. Конечными бенефициарами являются граждане России. Ну, на мой взгляд, это очень круто. Почему? Потому что весь наш бизнес, а также предприятия и даже госструктуры подлежала аудитору именно вот этой четверке аудиторской, о которой мы выше уже говорили. И вот я даже вспоминаю себя, как бы я, ну, как обычный гражданин, который не занимается международным правом, который, в принципе, не международник-юрист, не работала в международной компании, общаясь с девушками, которые вот работали в КПМГ, PFC, говорили о том, что, мол, вот у меня на аудите там, допустим, промышленный комплекс, я не знаю, там какой-нибудь там Челябинский завод там по производству чего-то, да, а вторая там аудирует там
какое-нибудь зерноперерабатывающее предприятие. То есть мы не говорим о каких-то стратегических важных объектах, да? И проводят вот этот вот анализ, рассказывают, ну, то есть вот в общей беседе я задаю им вопрос, почему, собственно, эти иностранные компании проводят аудит наших компаний? Да что, это же круто, это же, ну, это же все международный стандарт по МСФО, вот эта международная отчетность. И я не понимаю всей вот этой ситуации, да, как бы вообще не владея вот этой информацией, задумалась, а почему это так? То есть как, да? И получается вот «Газпром», «Норникель», они в 2021 году сдавали отчетность уже посредством вот этого аудита отечественного. Ну, то есть это как бы реально такая хорошая, приятная новость. Опять же, может быть, это со ссылкой на то, что у нас санкции и так далее, но я думаю, что нет. То есть просто мы потихоньку-потихоньку избавляемся от вот этого иго США, да, в лице той же аудиторской четверки, которая, по сути, является, ну, помощником Международного валютного фонда. Это первый, скажем так, приятный момент, да, в деятельности этих компаний. Ну и вот, допустим, по Норникелю, выше мы уже с вами посмотрели, как происходила приватизация его. Собственно, президентом компании является Потанин Владимир Олегович, который, выше мы уже говорили, да, выступает против национализации. Но нужно сказать, что по своей должности, как бы очень многие, да, там говорят, что собственник, собственник, нет. То есть, по сути, как бы это единоличный исполнительный орган, который осуществляет вот такой вот, ну, контроль за исполнением, за осуществлением деятельности и так далее. Но как бы я не вижу у него там такого большого количества акций. Может быть, это через вот эти вот все компании, то есть общедоступной информации этого нет. Вообще, в принципе, здесь интересно посмотреть, что все вот эти предприятия, которые носили раньше государственный характер и относились к государству, да, они формировались еще, ну, чуть ли не в самом начале формирования Советского Союза. А, например, Норильск – это же вообще крайний север, это тяжелые условия и так далее. Его, насколько я знаю, строили заключенные. Так вот, сам Норильский комбинат получил свою историю именно начиная с 1935 года, то есть это еще даже до начала Великой Отечественной войны. Соответственно, они работают прежде всего с добычей никеля на международной арене, они выступают чуть ли не лидером. А по поводу акционеров у них, да, владельцев, то здесь тоже важно сказать про те свободные экономические зоны, которые у нас появились в России. А по сути, это отечественная, да, ну, национальная юрисдикция, выработанная нашим правительством с президентом. Это Владивосток, остров Русский и в Калининградской области. Поэтому здесь вот посмотреть и разобраться пока очень сложно. Вот, допустим, Интеррос Капитал владеет 27% акций, а он как раз расположен на этом острове Русский. То есть говорит ли это о том, что это уже наша юрисдикция? Да, можно. Вот. Активиум, он находится в Калининграде, у него 26%. Также немаленький процент акций у двух офшоров. Это две компании, которые располагаются на Кипре. Interos Capital Limited и Cyprus Limited. 22,4, соответственно, процента. И вот у этих кипрских компаний и у Interos Capital, соответственно, тоже их материнские компании находятся в Кипре. Поэтому схемы очень сложные. На первый взгляд, как бы, почитая и ознакомившись с документами, сложно определить, в чьей юрисдикции они находятся. Ну вот то, что касается, например, совета директоров, сейчас я вот хотела открыть сам документ по Норильскому никелю. Они не так давно вошли в глобальный договор ООН. Не знаю, слышали о таком или нет. Вот, ну, как бы мы понимаем, что в ООН входит, да, определенное количество стран, и Россия как страна-победитель в годы Второй мировой войны. Соответственно, здесь идет полностью программа американцами написанная. То есть, несмотря на то, что это вот такая международная организация, но если открыть сам вот этот договор глобальный, он
перечень документов и так далее только на английском языке. То есть, и вот Норильский никель туда пару лет буквально назад тоже вошел. А вот по изменению руководителя, ну, Потанин занимает должность президента здесь с декабря 2012 года, то есть уже порядка 10 лет, да, вот, основной вид деятельности производства прочих цветных металлов. И здесь хотелось бы, знаете, что отметить, пока вот еще информацию по совету директоров. Они, как правило, информируют на сайтах, вот у себя, да, и в Спарке о кредитном рейтинге. Тоже почитала, что это такое, потому что они же, как правило, все закредитованы в иностранной юрисдикции. А вот, и, собственно, как бы, что они там отдают в залог, мы не знаем, и чем это может аукнуться, да. А вот, поэтому есть такой, как бы, риск. Вот, и это вот по поводу акционеров я сказала. Очень интересную информацию нашла, знаете, вот связано с тем, что тоже интересно было посмотреть, а как они финансируют город, нет, развивается ли. Только вот буквально со следующего года они начнут развивать Норильский. Сам план в рамках вот именно указа, который издал президент, есть такой план развития Норильска до 2035 года. И, собственно, сам Норникель выделит из своих средств, вот, собственных, 80 миллиардов рублей. То есть, казалось бы, а почему это раньше нельзя было делать? То есть на протяжении всех вот этих 30 лет, с какого года он там находится в собственности? Ну, буквально, да, вот там с 92-го, да. Вот. И в силу того, что Норникель входит вот этот глобальный договор ООН, помимо того, что они отчитываются в отечественный аудит, у них есть еще программа по устойчивому развитию. Она, кстати, есть и у Роснефти, и у, что я тут еще посмотрела, это Новатека, вот, и Газпрома. А что она в себя включает? Это, как бы, в принципе, улучшение окружающей среды, то есть борьба с загрязнением. Но мы помним, что год или полтора назад произошел разлив там, да, загрязнение. Вот. И понес, не понес ответственность Норникель, неизвестно. Вот. Это то, что касается Норникеля. То, что касается «Газпрома», здесь я также уже сказала, что отчетность он сдает, ну, на 21 год. За 22 год мы пока еще не видим отчетности, ее еще нет, да? А вот за 21 год они также сдавали вот этому отечественному аудиту. Также он действует, ну, вернее, раньше существовал как госпредприятие, да, а с 93 года уже действует как акционерное общество, в данный момент как публичное акционерное общество. А здесь тоже интересно посмотреть, что у Росимущества, вот по данным Спарка, доля в уставном капитале 38%. Вот по данным Википедии, то есть, да, других открытых источников, они показывают, что доля государства здесь выше 50%. Ну вот не все данные, возможно, открыты на Спарке, поэтому их не видно. Вот. Кстати, сам «Газпром», ну, мы понимаем, что, да, сейчас под санкциями США, Канады, Австралии, он также развивает проект «Сахалин-2». Ну, и вот, собственно, вот эти вот все там «Северный поток», «Южный поток» и так далее. То есть, как бы, по сути, тоже такая компания международного масштаба, и даже можно ее отнести, наверное, государствообразующее. Также она входит вот в этот глобальный договор ООН и также сдает отчетность по поводу устойчивого развития. Но иностранных акционеров тоже можно там увидеть. Вот. А по Роснефти также она зарегистрирована как акционерное общество в 95 году. Вот. И, собственно, главным исполнительным директором, но, опять же, как либералы любят говорить, да, он собственник, он владелец, нет, он просто единоличный исполнительный орган, который подчиняется совету директоров и также всем акционерам. Здесь
Тоже, что интересно посмотреть по кредитному рейтингу, этому международному, а опять же, это кредитование, соответственно, за границей, вполне вероятно, рейтинг у них по вот этим международным данным, он стабильный. 40% в Спарке показывает информация, принадлежит Роснефтегазу, то есть это государственная компания, а 19% офшор. Вот. Ну и, соответственно, там дальше 18% тоже офшор, поэтому, когда либералы говорят, что Роснефть, вот, понимаете, да, вот этот механизм обмана, то есть вот у политики США кругом обман, кругом ложь, то есть обычный гражданин, обыватель, не имея вот под рукой эти правовые источники, информацию, он поверит, он даже не пойдет ее проверять, потому что со всех сторон кричат, что Сечин Игорь Иванович является стопроцентным собственником и так далее. Но еще Вот. и найти эту информацию, понимаете, это не так просто. Еще знать нужно, где искать, во-первых. Во-вторых, ну, не каждый человек может вот обладать таким каким-то аналитическим умом, чтобы вот это вот искать, рыть, да, у каждого свои способности. Да, конечно. А вот также Роснефть с 2010 года является членом глобального договора ООН. Вот. Соответственно, здесь они, ну, прям можно заходить на сайт, что Роснефть, что Росгаз, вернее, Газпром, оговорочка, да? Вот, что Норникель, также на сайте, пожалуйста, заходите, смотрите все вот эти отчетности и так далее, сделайте акцент на просмотре именно вот аудита отечественного. То есть, если их сравнить, допустим, у Роснефти, кстати, отчетность, ну, мы посмотрели, да, там какой у них процент этих акционеров офшорных, они отчетность давали, так, если я не путаю, нет, наверное, путают. Кстати, по отчетности я у них не посмотрела, но очень интересно, что у них есть принцип прозрачной отчетности, вот, и, соответственно, она осуществляется также ежеквартальная, полугодовая, годовая, в соответствии с общепризнанными принципами бухгалтерского отчета США. Ну, то есть, несмотря на то, что 50% акций принадлежат государству. Но они же Вот. отчитываются на территории Российской Федерации, а при чем здесь США? Есть налоговый кодекс, на основании которого они должны отчитываться. Но, в принципе, налоговый кодекс, я думаю, что там точно так же закреплены международные нормы, и поэтому там точно так же идет квартальная отчетность, а также там ежеквартальная и плюс еще годовая отчетность. Это как, собственно, Да. Да, и, собственно, сам налоговый кодекс даже уже не скрывает. USAID также писал, как Конституцию, как и первую главу Гражданского кодекса. Ну вот что интересно, а мы помним, да, что единоличный исполнительный орган – это, ну, гражданин, господин Сечин Игорь Иванович, да, к которому часто относят, что он собственник Роснефти, а он просто единоличный исполнительный орган, который подчиняется совету директоров и акционерам. Так вот, данные буквально вот с сайта Роснефти, совет директоров на сегодня, какое количество здесь иностранцев, посмотрите. Тайбер Бельмахди, председатель совета директоров, независимый директор. Педро Акино, член совета директоров, независимый директор. Файзал Алсуваиди, член совета директоров. Хамад Рашид Аль-Маханади, член совета директоров. Ну и так далее. То есть, как бы, как здесь можно говорить о том, что господин Игорь Сечин, собственник, да? Опять же, вот, поэтому, да, как бы мы живем именно вот, ну, в условиях транс, как они, национальных компаний, да? Но какое они играют значение для принятия решений вот именно в той или иной области деятельности компании? Идут ли эти денежные средства на благо России? К сожалению, такой информацией мы не владеем. Вот. Ну, собственно, осталось еще посмотреть. Ага. Вот у нас тут есть вопросы в чате. Ну вот Алексей Шевченко пишет, что не только красивая, но еще и умная. Ну, это он имеет в виду вас, что вы как специалист. Вы поняли, да? А Спасибо. вот Иван Петров спрашивает, полностью поддерживая выступающий, вопрос такой: если у нас даже госкомпании наполовину иностранные, значит ли это, что у нас СМИ и органы государственной власти зависят от иностранного капитала?
И еще два вопроса от него же. Сейчас идет множество инфовбросов, вносящих раскол в патриотический лагерь. Значит ли это, что для иностранных предприятий иностранная власть важнее российской? Ну, получается, что да. То есть вот исходя из того, что мы имеем на сегодня, и не зря же, ну вот смотрите, как бы Владимир Владимирович это уже такая последняя инстанция. То есть он до последнего как бы старается, чтобы те органы власти, которые занимаются непосредственно властью, да, в своей юрисдикции, принимали самостоятельные решения, вырабатывали их, реализовывали, проводили в жизни и так далее. Но если он уже заявляет на всеобщее обозрение, да, и, пожалуйста, в любой точке мира можно послушать его обращение, где он заявляет о том, что власти, вернее, олигархи несут нам опасность, что они действуют в интересах ненациональной и собственности, юрисдикции и так далее. Но это о чем говорит? О том, что да, для них как бы важнее получается тот хозяин, который за океаном. Вот, на мой взгляд. Может быть, где-то я ошибаюсь, я не знаю. Потому что я точно так же, как вы, исследую этот материал, смотрю, и иногда вот просто глаза, и ты думаешь, читаешь, а еще дальше еще интереснее, интереснее, как бы не можешь найти, вот, не можешь остановиться, потому что этой информации нет. Если бы у нас наши СМИ вещали об этом, не показывали, ой, какой он крутой, да, в списке Forbes там первое место занимает. Да, это круто, это классно, но а что он сделал для страны? Нужно начинать всегда вот смотреть на это. То есть, если мы вспомним советские годы, вот нам, когда мы еще учили в школах, нам говорили, в пример показывали, там этот механизатор там сделал столько-то, столько-то, там пшеницы добыли столько-то, столько-то, эта доярка там надоила столько-то, столько-то молока. Это образно. Это вот именно про то, как развивалось сельское хозяйство. Сейчас сельское хозяйство у нас не развивается. То есть, в принципе, да, мы видим, что фермерские хозяйства, они все либо были закабалены также кредитами, а кредиты от иностранных банков, либо у них просто этот бизнес отбирали, либо техника вся была привозная и так далее. А в области, допустим, промышленности и так далее, ну о ком мы здесь с вами слышим? Ни о ком. Потому что самолетостроения нет, пароходы, заводы и так далее, все закрыли. И даже, вот знаете, как бы не понимая вот эту повестку, да, что у нас отсутствует суверенитет и так далее, в командировке раньше очень часто летала на судебные процессы. Вот еду с таксистом в Волгограде, ну, город-герой, да, казалось бы, а сплошная разруха. И то есть так в каждом регионе России. Ты кроме банков, кроме торговых центров ничего не увидишь, несмотря на то, что там есть вот эти месторождения, да, там есть и газ, и нефть, и так далее. То есть, да, они развивают, строят именно предприятия по разработке, по переработке вот этого сырья, но не дальше, не больше. Может быть, где-то они и принимают участие, но это не в глобальных масштабах. Вот. Ну и вот здесь хотелось бы, наверное, еще по Новатеку поговорить. И если успеем, дело ЮКОСа вкратце, да, рассмотреть. А по Новатеку также существуют, ну, они все с момента приватизации зарегистрированы как акционерное общество 16 августа 1994 года, 28 лет. Председателем правления является Михельсон Леонид Викторович. Также входит в список Forbes как один из богатейших людей России, а может быть и мира. Ну, то есть такую отсылку небольшую, да, то есть несмотря на то, что эти люди не являются собственниками этих компаний, да, у них есть акционеры, которые как бы более крупные собственники. Эти олигархи, да, уже назовем их так, они входят в списки Forbes, они там достаточно обладают большим состоянием, да, то есть у них достаточно большой доход, да, вот. Правильно, да, вот я говорю. Да, все верно. Вот. Но опять же, если у них здесь мы не видим вот количество акций, ну пусть она там будет даже какая-то мизерная, да, но мы понимаем, что в саму группу компаний, в холдинг входит там до 1000, может быть, разных компаний, соответственно, где-то он может выступать там стопроцентным либо учредителем, либо собственником и так далее. Поэтому в принципе, здесь, да, он занимает должность как председатель правления.
Вот. По акционерам, совладельцам данные на 2021 год смотрим, потому что за 2022 год данные будут где-то ближе к маю. Офшор, вот, тоже иностранная компания, Кипр, 14,39%. Дальше идут юрлица, как бы там небольшой процент. То есть здесь не все данные еще раскрыты. Вот. Собственно, само здание вот этой Новатэк, оно находится недалеко, вот в Москве, на Ленинском проспекте. Просто в интернете забейте, посмотрите, там просто что-то невероятное, что-то космическое. То есть вот да, это же по сути объект собственный, объект недвижимости, который ну сколько стоит земельный участок на Ленинском проспекте, да? А там просто нереальная площадь, там несколько тысяч квадратных метров, и все это построено просто в каком-то космическом стиле. Вот если оно все будет работать на Россию, на то, чтобы сами граждане, которые там работают, да, и так далее, будут получать достойные зарплаты, соответственно, участие во всех вот этих национальных проектах, это будет, конечно, круто. Вот, но пока мы, к сожалению, этого не видим. Так, здесь я хотела посмотреть, что вот в совете директоров тоже здесь преобладают иностранцы. И здесь вот тоже хотела обратить внимание по вот этой компании «Новатэк», что они отчетность, к сожалению, пока еще сдавали за 2021 год, не знаю, как будет за 2022, но через как раз вот этого агента США, PricewaterhouseCoopers, даже не умею выговаривать, PFC, короче. Вот эта компания PFC Audit, она находится в районе Белой площади на Белорусской. То есть тоже такие огромные башни, как Москва-Сити, пониже. Что примечательно, до начала СВО у них вот эти три буквы, они красовались. Сначала мы СВО, они эти буквы убрали. То есть, возможно, они стараются как бы не привлекать к себе внимания. И что интересно, вот в этих башнях очень много иностранцев. То есть у них там есть апартаменты, в которых они проживают, и затем либо спускаются, либо поднимаются, потому что не знаю, как по этажам это все распределено, но по сути они там живут, они там же работают. Вот. Получается, вот с началом СВО мы видели все, что эти компании аудиторские как бы якобы уходят с рынка, из России, а на самом деле они не ушли, то есть они просто убрали вывески свои и также там продолжают сидеть. Да. Вот, поэтому, ну, по отчетности, конечно, вот этот аудит, он представляет из себя отчетность, которая полностью соответствует международным стандартам, то есть МСФО, международная финансовая отчетность, то есть рейтинги кредитные и так далее. А по сути, также, если взять и, допустим, посмотреть, но опять же, эта информация не открытая. То есть, каким образом происходит здесь строительство, да, на кредитные деньги, либо же это договор инвестирования, кто занимается стройкой. А если они взяли кредит в иностранном банке, а этот банк, допустим, в какой-то момент уйдет с рынка, то есть, они не рассчитаются с ним. Но опять же, это вот просто мысли вслух, размышления. Может быть, там просто все настолько хорошо, что вот они завтра скажут, а мы работаем на благо России. Вот, может быть и так. Но еще Вот. вопрос вот по вот этой компании PFC, да, которая является там агентством по аудиту. Ну, насколько как бы там документы не смотрели по этим документам, но какие у них цели, задачи? Не являются ли они, как бы, не подходят ли они под категорию иностранного агента? То есть, как бы, может быть, они нам, в общем, может, какие-то нужно провести мероприятия по поводу того, чтобы там сделать запрос по выявлению иностранного агента или нет? Так, ну вообще, в принципе, так как они иностранная организация, да, и какие они мероприятия проводят на территории России, здесь действительно нужно будет прокуратуре посмотреть. Я думаю, они этим занимаются, если честно, потому что вот эта четверка, они самая модная, самая популярная, они же аудируют вплоть там до каких-либо подразделений в правительстве Москвы, департаментов. То есть представьте, насколько все вот зависимо от США. Ну, вот в своем отчете они указывают, например, что их отчетность, значит, она, ну, тут больше такие, знаете,
даже не знаю, на чем акцентировать внимание, что да, как бы мы работаем в рамках международного права, что мы полностью как бы показываем вот эту прозрачную отчетность, но судя дальше по содержанию, мы видим, что они показывают кредитный портфель, кредитный рейтинг, выручки и так далее, да, активы долгосрочные и так далее, текущие обязательства и капитал. Долгосрочные обязательства, пожалуйста, они есть. Вот долгосрочные заемные средства, долгосрочные обязательства по аренде, по и так далее. То есть получается, что как бы не все так гладко. То есть, как правило, либо это офшор, да, который входит в акционеры, либо это кредит у банка, который также не относится к, ну, к России. Поэтому мы видим, что вот эта приватизация, она, конечно, вывела весь наш вот этот бизнес, да. То есть ходили как лучше, говорится, да, вот как нам это преподносили, что у нас будет бизнес. Если бы эта элита была изначально вся пророссийская, а именно работала на развитие ну, национальных проектов и так далее, у нас бы не было вот этих голодных 90-х, у нас бы, ну, скажем так, как мы радовались, да, когда проводили Олимпиаду в Сочи и когда проводили, допустим, вот этот международный-то футбольный, Господи, забыла, как он называется. Чемпионат Ну, мира. чемпионат мира по футболу. Ведь столько было вложено средств, инвестиций во многие города, и люди возмущались там, допустим, из Сибири, Дальнего Востока, что ну почему нас не выбрали в качестве города, в котором будет проведен вот один из матчей? Потому что на самом деле капиталовложения были баснословные. И люди, иностранцы, которые приезжали в Россию, они были в таком восторге приятном в любой город. То есть это не только касается Москвы, Санкт-Петербурга, а это же инфраструктура, это же транспорт, это дороги. То есть, по сути, как бы представьте, сколько мы потеряли за вот эти 20 лет, что вот эти вот предприятия находятся либо в иностранной юрисдикции, либо в офшорах. Вот. А если бы они работали на благо России, да мы бы были впереди планеты всей, и все вот эти западные технологии, и даже вот восточные в большей степени, да, китайские, корейские, мы бы были далеко, далеко-далеко вперед. Вот. Поэтому какие плюсы могли быть в приватизации на тот момент, если работали над ней американцы и представляли своих агентов, да? То есть вот Ну, мы... все эти плюсы, они как раз и ушли у нас за границу, получается, а у нас остались одни минусы. У нас как раз вот комментарий вот тоже по поводу PFC, также проводит аудит в сфере госполитики, в том числе курирует Министерство образования. Еще вопрос, не совсем мне понятно, IT-учитель – это бизнес-услуга, не случайно ли? Ну, в общем, такой вопрос. Так, еще раз, IT. IT-учитель это бизнес-услуга не случайно? Вот такой вопрос, комментарий. Может быть, вот Иван Петров, который задал этот вопрос, как-то сформулирует по-другому его, потому что не совсем понятно, что он имеется в виду. Ну, вообще, в принципе, развитие IT-технологий у нас стоит в нацпроектах, в наццелях. Почему? Потому что мы видим, что с началом СВО, собственно, все интернет-ресурсы, мобильные телесистемы, все наши персональные данные, они хранились за границей. Вот. Сейчас, я думаю, ну, последние несколько лет над этим работали, и, возможно, безопасность IT, она сейчас даже в прерогативе больше, чем любая другая, да, безопасность, ну, информационная в том числе. Поэтому вот представьте, вот когда мы начали над всем этим работать, разбираться, то есть сколько стоит задач у нашего национального лидера, и насколько оно все вот запутано, насколько оно все вот так хитро сделано, что просто не разберешься. Поэтому от нас тоже зависит очень многое, чтобы мы оказывали, ну, всестороннюю поддержку национальному лидеру, вот, и работали на благо Отечества. Вот как раз вот Иван уточнил свой вопрос и спрашивает, значит, учитель это бизнес-услуга не случайно? А, значит, учитель – это бизнес-услуга. Ну, скорее всего, смотрите, вот когда мы вошли в эту болонскую систему, да, опять же, целью ее было что? Оболванить нас. То есть, ладно, мы там еще,
мы получили, можно сказать, остаточное вот это советское образование, либо у нас родители, которые уделяли нам время, там уроки проверяли и так далее, либо педагоги, которые там в 90-е годы, в начало 2000-х, они оказывали нам, ну, вернее, скажем так, учили нас еще по привычке, да, сохранившись в советские годы. А если посмотреть на то, что творилось со сведением ЕГЭ, я была первопроходцем, и далее, там же вообще просто. Если есть у родителей деньги, то они детей отправляют учиться в либо частные, либо платные школы, либо на домашнее обучение сажают. Потому что то, что происходит в школах, это действительно просто ну, что-то невероятное. Видимо, как раз все сделано для того, чтобы оставить вот этот класс, как они там планировали, американцы. Они же, не стесняясь, это говорили, что мы оставим порядка 15 миллионов, да, граждан, которые будут обрабатывать вот эти все, делать грязную работу. То есть добыча нефти, газа заниматься, там золото и так далее. Вот. А зачем им умные люди? То есть как бы умные люди, они начнут копаться, разбираться. Вот. Поэтому, да, возможно, это не случайная услуга. То есть если есть у тебя деньги, ты платишь, твой ребенок будет там вырастет достойным, да, гражданином. Вот. Ну и плюс, знаете, здесь они, наверное, не учли тот фактор, что у нас изначально дети рождаются очень умными. То есть есть такая особенность, что русские дети, они смышленые, они одаренные от природы. Поэтому даже если вот этот школьный механизм, как планировали американцы, навязать, будет способствовать отуплению, так дети в другом каком-то найдут, как реализоваться, да, в моменте. Либо это творчество, либо это там искусство. Ну, то есть что-то другое будет задействовано. Либо та же IT-сфера. Они же сейчас все там, начиная с детства, начинают в интернете. Поэтому ничего у них не получится, как Владимир Владимирович говорит, не дождетесь. Да, действительно, будем надеяться. Ну вот смотрите, у нас остался еще один вопрос, но я думаю, что мы сегодня уже его не будем рассматривать, потому что время нашего эфира уже так уже достаточно много затянулось. Вот. А если вот этот вопрос мы сможем на него быстро ответить, то, конечно, мы еще можем 5 минут выделить. Но мне кажется, вот по банкротству, да, так быстро не расскажем, да, у нас вот вопрос этот остался. Давайте, может, мы его перенесем на другой какой-то раз, у нас просто еще же не последний эфир, и мы с вами потом просто на эту тему еще вернемся и поговорим по банкротству. Банкротство вы имеете в виду вот тех компаний, Да, которые... компании в 2022 году, которых вот мы с вами там обсуждали, там поговорить, да, которые вот, в связи с приемом поправок, да, к закону о приватизации, там о банкротстве, что какие вот какие материалы, Да. наверное, А все-таки мы это не просто так так... быстро. Да, мы просто тогда выделим время и прям посмотрим, что из этого получилось. То есть просто проанализировать вот в рамках, опять же, допустим, тех же офшорных компаний, которые либо через свои там дочки и так далее ликвидацию, банкротство проводят и выводят там капитал. Просто в следующий раз тогда. Да, Спасибо. хорошо, договорились. Ну, я вас благодарю, Татьяна, за такой глубокий, подробный анализ. На самом деле, вот такую информацию, чтобы добыть, это надо, я понимаю, какую нужно проделать работу большую. Благодарю наших зрителей за участие, за ваши вопросы. Пишите ваши вопросы и дальше, когда вы просто уже посмотрите записи, и потом мы уже будем, значит, отвечать на ваши вопросы после эфира, если они еще какие-то возникнут. Но на сегодня время нашего эфира уже подошло к концу. Я вас еще раз благодарю за эфир, за информацию, которую вы для нас нашли. Всего доброго, до свидания. Всем спасибо, до свидания.